Привет! Короче, пускай это будет новой рубрикой на канале, в которой буквально за 2-3 минуты я буду рассказывать о каком-то типе оружия, например, автоматы, и буду говорить, какие именно легендарные автоматы в текущем сезоне стоит сфармить, где их получить, какие перки нужны, если ты PvE игрок, и какие, если в основном протираешь штаны и кнопки в PvP. Звучит интересно? Тогда ставь лайк и обязательно пиши в комментариях разбор, какого типа оружия ждешь именно ты в следующий раз. Спонсор этого видео – Dwing.net, проверенный сервис по помощи в прохождении заданий в Destiny для тех, кто ценит свое время и нервы. Ссылка и промокод на скидку в описании. Автоматы, которые стоит попробовать выбить в сезоне сопротивления, это Вечный Цикл и Ярость Руфуса. Почему я решил заговорить об автоматах сейчас? Потому что с недавним анонсом разработчики сообщили, что с середины этого сезона этот тип оружия будет наносить на 25% урона больше, чем раньше в PvE. Так что оно и правда того стоит. Вечный Цикл можно получить в сезонном контенте, в активности поля сражений или сезонных энграмм. А значит, даже если ты играешь один, даже если играешь недавно, то без труда сможешь получить эту легендарку. Также автомат доступен для крафта, а значит, если не повезет выбить хороший набор перков в случайном дропе, то можно будет сковать, выбив 5 вариантов в красной рамке. Скорострельность автомата 600 выстрелов в минуту, тип урона нить, а значит, можно интегрировать в билды в этом подклассе. Среди перков для PvE наиболее интересны не подходить, захват цели и детеныш. Для PvP автоматы не лучший выбор, но все же, перки для горнила такие: постижение дзен, убийственный вихрь, захват цели. Второй автомат – Ярость Руфуса. Его добыть будет сложнее. В одиночку новым игрокам просто невозможно, поскольку единственное место в игре, где его можно получить – рейд Источник Кошмаров. Тип урона автомата также нить, а вот скорострельность выше – 720 выстрелов в минуту. Из перков для PvE нам нужно что-то типа восстановления, запаса патронов, захвата цели, безумия или детеныша. Для PvP – движущаяся цель и захват цели. Кстати, видео этой рубрики про гранатометы сезона уже сейчас доступно у меня на страничке Boosty. Ссылка будет в описании. Что ж, надеюсь, видео было полезно. Пока!